После очередных снежных осадков на городские улицы высыпают десятки единиц техники. Особый акцент дорожников на центральной магистрали. Вот и после последнего снегопада по поручению главы города Сергея Панчина работы велись на проспектах Нариманова, Гая, Ульяновском, улицах Минаева, Гончарова 12 сентября, Промышленной, Камышинской. Однако ульяновцы проживают не только вблизи этих улиц и проспектов, поэтому работы по очистке продолжаются. Февральские метели заметают Ульяновск, и хотя дорожники отчитываются о том, что магистрали центральные города будут вот-вот скоро очищены, однако снег идет, и поэтому уборка снега пока выглядит как бесполезная возня. Расширение проезжей части дорог при помощи роторов запланировано на улицах Розы Люксембург, Докучаева, Шолмова, Корунковой. Кроме того, выполнялось, выражаясь чиновничьим языком, подметание тротуаров, обработка песко-соляной смесью и противогололедными реагентами проезжей части. Жители не интересуют, сколько тонн песко-соляной смеси заготовила администрация города. Их не интересует, сколько протяженность дорог по городу. Их интересует, чтобы дорога от дома до детского сада или от дома до школы была простой и безопасной. Зима берет свое. Дороги стали уже, а тротуары, особенно в частном секторе, просто перестали существовать. Дороги скрываются за метровым слоем снега или за огромными снежными валами, которые строят тракторы. Местами невозможно не только разъехаться двум машинам, но и пешеходу с машиной разойтись. И все же отдельная тема – пешеходные переходы. Безобразно. Главное, как на самых переходах, вот эти места всегда не вычищены. Улицу перейдешь, машину вроде для машин вычистили, а для людей нет. Вот эти вот. А так, в общем-то, приходится терпеть. Переход на Пушкинской не единственный. Таких неухоженных и опасных по городу много. Здесь пока еще никого не сбили. Это выход на пешеходный переход улицы Кролюницкого. Водителям не видно пешеходов, пешеходам не видно проезжающие машины. Однако магистраль не центральная, и, видимо, чистить ее нужно только по остаточному принципу. Конечно, через месяц-два мы забудем об этих громадных сугробах, ледяных тротуарах и узких улицах. Однако у большинства ульяновцев нет возможности переждать это время где-нибудь в Москве, где есть снегоплавильные установки. Чисткой улиц горожане недовольны. Не оставляет желать лучшего. В какой-то степени, может быть. Она и есть, но не всегда своевременно. Слабовато чистят. Заснеженность, проходимости нет. Говорят, что несколько единиц техники работают. Что-то не видно нигде ничего. Сегодня еще просто тает. Вот более-менее так. Ну, в остальном так себе. Битва городских коммунальщиков с февральскими метелями за городское пространство продолжается. Будем надеяться, что если не техника, то весна дойдет до каждого пешеходного перехода, каждого тротуара и каждой дороги. Павел Половов, Юрий Конихин, новости «Ульяновской правды».